На татами Центра олимпийской подготовки «Авангард» омский бронзовый финал. За медаль всероссийского турнира по дзюдо памяти Анатолия Хмелева и Николая Анохина в весовой категории до 100 килограммов борются двое омичей – Дмитрий Бузынников и Владимир Емельянов. Схватка получается тяжелой, ни один из соперников никак не может добиться решающего превосходства, и судьбу третьего места определяют судьи. За счет большей активности в поединке побеждает Бузынников. Это очень сильно приятно, тем более в этой схватке, что для нас с Емельяновым это был, можно сказать, давнишний задор. Давно знаете? Да, очень давно знаем, и в Омске выступаем с ним, ну, частенько на российских соревнованиях среди МВД. Часто с ним выходим за третье место бороться и в финале. Вот. Даже и здесь. Встреча двух омских спортсменов, тем более уже на поздних стадиях соревнований, явление довольно редкое. Уровень турнира высокий, серьезных претендентов на награды предостаточно. В 2013 году мемориал Анатолия Хмелева и Николая Анохина, помимо мечей, собрал более 130 сильнейших дзюдоистов, представляющих несколько регионов Урала и Сибири, а также страны ближнего зарубежья – Казахстан, Узбекистан и Монголию. Турнир очень представительный. Хотя и он является, вроде здесь могут некоторые спортсмены попытаться выполнить мастеров спорта, но на данном турнире будет сложно, потому что здесь международники борются, члены сборной страны. И мы будем рады, кто если пробьется, это действительно настоящий будет мастер спорта. Выиграть здесь тем более почетно, что дзюдо – олимпийский вид спорта. А 28-й по счету омский турнир состоялся в преддверии грандиозного спортивного события – эстафеты Олимпийского огня Сочи в нашем городе. Город Омск и перед эстафетой Олимпийского огня, и после нее будет, конечно же, развивать все виды спорта. И мы будем с удовольствием приходить и приветствовать всех, кто любит спорт, кто занимается спортом. Ну а в преддверии Олимпиады, конечно, бы хотелось всем нашим участникам, тех, кто пробился и пробивается в сборную страны именно на Олимпийские игры, пожелать удачи. Надеемся, что порядка 5 человек мы ждем в сборной России, чтобы наши омские спортсмены участвовали на Олимпийских играх. В прошлом году омские дзюдоисты выиграли на своем домашнем турнире 7 медалей. В нынешнем, в условиях жесткой конкуренции, хозяевам пришлось ограничиться 4 наградами. Омичи победили в престижном командном первенстве «Стенка на стенку», выиграв в финале очень сильной сборной Иркутской области. Еще одно золото в актив команды нашего региона принес Джамшет Абдурахмонов. Бронзовые медали на счету Дмитрия Бузынникова и Валерия Смолинского.